В Дагестан прибыли дети из Донецкой и Луганской народных республик для прохождения курса реабилитации. На вокзале ребят с мамами встречала дагестанская делегация. Всего 24 ребенка с различными формами ДЦП и другими патологиями. В течение 2 недель они пройдут полное обследование и получат помощь от квалифицированных дагестанских специалистов. Хотим выразить огромную благодарность Зумруд Камиловне за то, что нам предоставила такую возможность вывести наших деток на реабилитацию в Республику Дагестан. Потому что у нас нет возможности проходить ее в наших республиках. Огромное вам спасибо за то, что вы помогаете нашим детям. Моему ребенку нужна реабилитация по диагнозу ДЦП. Ребенок не ходит, не сидит. Мы умеем в 4,5 годика только ползать. То есть то, что мы могли раньше, мы проходили реабилитацию в городе Донецк, ДНР. На данный момент в связи с ситуацией мы не можем туда ездить, проходить реабилитацию. Поэтому шанс поехать сюда для нас очень хороший, чтобы получить достойную реабилитацию, ребенку дать старт для дальнейшего улучшения жизни его. После долгой дороги гости отправятся отдыхать в лучшие санатории региона. Для них запланированы поездки и экскурсии по ключевым туристическим локациям Дагестана. Напомним, особенные ребята из ДНР и ЛНР приезжают в регион уже не в первый раз. Наша республика Дагестан не впервые помогает детям восстановить свои силы и сохранить свое здоровье. И в этот раз мы предоставим самые лучшие санатории и сделаем все необходимое для того, чтобы эти детки прошли обследование необходимое и сумели восстановиться и реабилитироваться.